Доброе утро! Добро пожаловать, командир! Перчатки, да? Ими занимается Арелдур. Поговори с ним. Пока. Салют! Что привело тебя сюда, сын мой? Ах да, перчатки были здесь веками. Я знаю только основную часть истории. Теперь она получает продолжение. Моя задача сейчас лишь в том, чтобы оберегать юнцов от беды при попытках поднять перчатки. Зачем они тебе, позволь спросить? О, боюсь, это невозможно. Их нельзя сдвинуть ни на йоту, как если бы они были самой тяжелой вещью в мире. Ты разве не знаешь их истории? Я не настолько знаком с деталями, но в общих чертах знаю, что произошло. Ну, я не знаю всего, но много-много лет назад рыцарь старого ордена сделал что-то ужасное, и перчатки просто соскользнули с его рук. Они упали на пол прямо там, где он стоял, и никто не смог поднять их. Думаю, это было знаком, что Стендар наложил на рыцаря проклятие. Это проклятие действует до сих пор. Бедный Келлен. О, ему выпало быть потомком того самого рыцаря из далекого прошлого. Проклятие тяготело над его семьей все эти годы. Теперь он страдает от него. Он пришел сюда из Хаммерфелла в поисках исцеления, но ему ничем нельзя помочь, полагаю. Он, вероятно, знает об этой истории поболее моего. Может, тебе с ним поговорить, если он в состоянии? Он внизу, в холле часовни, отдыхает. Ты можешь поговорить с ним, если хочешь. Удачного тебе дня. Добро Это действительно ужасно. Можно только пожалеть тех, на кого, как на Келлена, безвинно легла такая ноша. Но если это воля девяти, мало что можно сделать. Еще увидимся. У тебя руки кузнеца. Видно, много приходилось заниматься ремонтом. И что? Есть ли шанс исцеления? Нашел ли Арелдур лекарство? Знаю, он что-то от меня скрывает. Доводилось слышать об этом, не так ли? Ужасное проклятие лежит на всей семье с незапамятных времен. Когда я был моложе, я мог жить с этим. Было не так плохо. Но со временем становилось все хуже и хуже. Я пришел сюда, где все это случилось, в надежде, что что-то можно сделать. Боюсь, в любом случае у меня осталось мало времени. Арелдур позволил мне остаться, в основном из жалости, полагаю, но есть что-то еще. Клянусь, он знает больше, чем говорит. Их все видели, полагаю, и ты тоже. Единственное свидетельство того, что произошло много лет назад. Ты знаешь, я думал, вдруг я подниму их.
Может, проклятие исчезнет, если я смогу поднять их? Часами я не прекращал попыток. До тех пор, пока все мое тело не заболело, и я еле мог двигаться. Я лежал на полу рядом с ними и плакал. Я не стыжусь признать это. Я слишком долго стою на краю пропасти, чтобы стыдиться чего бы то ни было. Я часто видел жалость в глазах людей. Я вырос, привыкнув узнавать ее. Но Арилдур... здесь что-то другое. А когда он говорит со мной, то временами, клянусь, он будто сожалеет, даже винит себя. Почему, интересно? Что за причины у него утаивать сведения? Я знаю, что обречен, так или иначе. Поговори с ним, если сможешь. Убеди его рассказать мне все, что он знает. Это последнее желание умирающего. Удачного тебе дня! Привет! Для меня радость говорить с тобой. Я не могу смотреть ему в глаза. Я знаю, что можно сделать для него, но у меня нет силы духа, чтобы сделать это. Я хотел бы быть в состоянии помочь ему. Правда, хотел бы. Но я не могу собраться с духом, чтобы принять проклятие на себя вместо него. Проклятие. Я знаю, что может снять его, но я этого сделать не могу. Единственный способ освободить Келлина от его проклятия — взять его на себя. Мне не хватило духу на это. Это мой провал. Я предаю Келлина каждый раз, когда говорю с ним, и я предаю Стендара каждый раз, когда молюсь ему и не прошу его дать мне силы снять проклятие. Знаешь ли ты того, кто смог бы это сделать? Того, кто помолился бы на этом алтаре и просил бы Стендара дать силу снять это проклятие? И тебе всего наилучшего. Добро пожаловать, командир. Говорю тебе, единственный путь снять проклятие с Келлина — молить Стендара дать силы, могущие освободить его от рока. Но это значит взять проклятие на себя, на всю твою жизнь и жизнь твоих детей и детей твоих детей. Береги себя. Оу, привет! Вы с ним поговорили, не так ли? И он сказал тебе что-то, чего ты не хочешь говорить мне. Нужно, чтобы кто-то наконец сказал, что со мной. Прошу, помоги. Жалься надо мной. Итак, что может быть сделано для меня? Я чувствую, ты уже что-то знаешь. Я вижу это по твоему лицу. Значит, снять с меня проклятие можно, только взяв его на себя? Неудивительно, что Арилдур не сказал мне. Не знаю, то ли назвать его трусом, то ли сказать, что не кляну его. Мне ли не знать, как тяжела эта ноша? Спасибо. Наконец-то нашелся человек, сказавший мне это. До свидания.
Доброе утро. Салют! Это удовольствие для меня. Ты хочешь взглянуть на обреченного, так? Прощай. Ты... Как тебе удалось? Я чувствую себя... Хорошо. Мне хорошо! Я не чувствую смертной тоски. Я чувствую желание бегать. Посмотри на меня. Не могу поверить. Я здоров. Спасибо большое. Ты даже не знаешь, что это значит для меня. Я знаю, на что тебе пришлось пойти, дабы освободить меня от этого проклятия. Не знаю, что причиной такому самопожертвованию, но я благодарен тебе. Я не могу выразить, как много это значит для меня. Теперь я смогу начать жить полной жизнью. Я хочу выбраться отсюда и посмотреть мир. Спасибо, друг. Здравствуй. Добро пожаловать, командир. Ты... Проклятье снято? Но это означает, что сейчас проклятье легло на тебя. Почему? Как можно было так поступить ради чужого человека? Удачного тебе дня.
Привет. Ты должно быть не так. У тебя пружинистый шаг, как у акробата. Мое внимание сейчас сосредоточено на совете. Скоро ты мне понадобишься, но мне нужно еще время. Привет, Каджит. Здравствуй, сэр-рыцарь. Мы снова встретились. Я здесь, чтобы присоединиться к ордену. Сама Кинарет даровала мне видение. Мне было явлено, что для защиты создания Кинарет я должна встать на твою сторону и быть готова положить самую жизнь ради тебя. Вот я и здесь. Не сомневаюсь, наши добрые дела прославят нас на все времена. Спасибо. Я буду служить ордену, чем смогу. Мне нужно переодеться во что-нибудь более приличествующее рыцарю. Прошу меня извинить. Приветствую, сэр-рыцарь. Чем могу служить тебе, командир? Да будет верным твой меч. Кто ты? Зачем приходить в святое для нас место?
Надеюсь, ты понимаешь, что не обладаешь достоинствами, позволяющими тебе посещать святилище Намиры. Место благословенной тьмы. Священное место, где мы можем молиться в нашей нищете. Зачем ты здесь? Ты? Такой милашке нечего здесь делать. Ты нравишься людям. Им нравится, как ты говоришь. Когда станешь отвратительнее, можешь вернуться. Мне приходилось бывать в часовнях. Это пустая трата времени. Ее око наблюдает за Добро пожаловать, командир. Если ты хочешь продолжать обучение, тебе придется поискать другого учителя. Я больше ничего не могу дать тебе. Я слышал о поклоннике Дейдра по имени Олин Сиран. Он очень могущественен и, возможно, сможет помочь тебе, если тебе удастся его найти. Говорят, ему пришлось покинуть Моровинд, и теперь он скрывается в лесах Сирадила. Ищи приверженцев культа Дейдра. Он, вероятно, среди них. До свидания. Все только и говорят о том, как вы с капитаном Бурдом закрыли врата Обливиона у города. Так поступают только настоящие герои. Эй, это... До свидания. Ты ходишь под сенью совратителя. Что тебе здесь надобно? Что привело тебя в святилище Молок-Бала, мучителя людей? Если думаешь, что лорд будет благосклонен к тебе, сделай Молок-Балу подношение. Шкуру льва. Иди. И тогда. Тебе объяснили, как добиться внимания Молок-Бала. Делай же, что должно. Тебе объяснили.
еще один смертный жаждет служить мне. Я ценю лишь страдания и смерть. Мне нужно и то, и другое. Я хочу видеть, как человек подойдет к краю и упадет. Возле дома Бриндла ты найдешь Мелиуса Петилиуса. Хороший человек, благородный человек. Он вызывает у меня отвращение. Ты позволишь ему убить себя этим оружием, проклятой булавой. Поскольку ты сделаешь это для меня, я спасу твою жалкую жизнь, наверное. Теперь иди. У тебя руки кузнеца. Видно, много приходилось заниматься ремонтом. Доброе утро. Продолжай, пожалуйста. Я знаю этого беднягу. Он сделал много добрых дел для нас. Буквально чудеса творил. Не было такой работы, от которой бы он отказался. Уничтожил лорды гоблинов, когда они напали на город. В одиночку сравнял с землей логово минотавров. Впрочем, все это в прошлом. С тех пор, как его жена Вена умерла, мы ни разу не видели этого человека. Он по собственной воле отправился в изгнание. Она была хорошей женщиной, и Мелус очень любил ее. Она умерла, когда он был в походе. Лихорадка, и за несколько дней ее не стало. Думаю, он смог простить себе, что его не было рядом с ней, когда это случилось. Он поклялся больше никогда не брать в руки оружие. Ныне он живет один. Поселился в хижине неподалеку от городка, рядом с тем местом, где похоронил Вену. Думаю, он каждый день навещает ее могилу. Клавианское Нагорье? Около границы с Хаммерфеллом? Там никто не живет. Это бесплодные пустоши. Еще увидимся. Говорят, король Хелсет заключил союз с домом Дрейн. Вместе они растащили по кускам то, что осталось от Индарила. Моровин всегда был беспокойным местом. А сейчас там стало еще хуже. Береги себя. Приветствую. Да? Удачного тебе дня. Что я могу сделать для тебя? Береги себя. Как ты сегодня? Пожалуйста, оставь меня в покое. Я хотел бы остаться один, дружище. Уходи, пожалуйста. Она была моей женой, и мне не хотелось бы говорить о ней сейчас. Да, я Мелус Петилиус. Оставь меня. Я в трауре. Моя жена Вена умерла. Оставь меня, пожалуйста.
Я попрошу тебя не беспокоить меня, особенно в этом месте. Оставь меня, пожалуйста. Я попрошу тебя не беспокоить меня. Довелось ли тебе слышать, что пара зеленых новичков зачистила логово воров около Анвила? Оставь меня, пожалуйста. Я попрошу тебя не беспокоить. Оставь меня, пожалуйста.